I will do it. I will give 2 minutes. Because I have this friend, everyone coming and helping us. Okay? I will do it. Yeah. So, Namaste. Привет, ребята. Глеб, погнали. Глеб, погнали. Привет. А вот и я. У меня гитара была заперта на крышке, и не было ключей, и мне надо было найти, в общем, человеку, у которого ключ, чтобы заграть гитару, и все сложилось. Замечательно. Я гитару забрала, я готова. Я из города Волоколамска, это маленький город, где 22 тысячи человек, и заниматься там особо нечем. Как бы мы себя все развлекали и занимали, как могли и чем могли. И как-то попала в компанию, где ребята играли музыку, были панки с ирокезами, были волосатые, потлатые, то есть в 8 классе. В 16 лет меня позвали в группу петь. Я отучилась на менеджера, я работала на разных работах в России. И вот в 22 года, когда 18 декабря сгорел там мой дом, после как бы того, когда у меня осталось просто ничего, такой вообще произошел рестарт, и как-то выплюнула, выкинула в Индию для полного вообще обновления, для полного расслабления, для полного вообще понимания того, кто ты, что ты, куда тебе нужно направляться, куда тебе нужно двигаться. Должен быть творческий во всем. Где-то рисовать, где-то вязать, где-то там что-то. Жизнь учит, путешествие учит. Даже музыка, я не играла на гитаре, я пела. То есть в России у меня был коллектив музыкальный. Вдохнуло в меня это желание уже больше, чем только звучать, но еще и играть. И появились люди сразу же, то есть был один человек, который на пляже, я тогда не говорила на английском, а он сидел, постоянно играл на гитаре, я к нему периодически подходила и спрашивала, может ли он мне что-то показать. И он меня как бы обучал, и когда я купила первую гитару, я к нему пришла, он мне там какие-то гаммы что-то давал. О, это вот этот мужчина учил меня играть на гитаре, когда у меня не было гитары. Это что? Thank you for you so much. You first time. You first time give me guitar to play. I not forget. Yeah, no. It's no problem. Спасибо. Спасибо. Просто человеческий подарок. Просто дал девочке на гитаре попринчать. А девочка потом все замутила гитару и стала что-то играть. И вот мы здесь спустя 4 года. Он как-то даже на мой концерт приходил, мы с ним вспоминали. В 8:30 утра на Мандрамовском пляже я зашла, одетая в воду, начала плакать и просто начала говорить: «Господи! Всевышние силы! Я счастлива, что у меня вообще есть глаза, что я могу все это видеть, что я могу все это чувствовать». И я, наверное, около 2 дней я молчала, я говорить не могла. Я очень много все видела первый раз, чувствовала первый раз. То есть первый раз после России оказаться в другом совсем пространстве, в другом измерении, в другом часовом поясе, климате и этом всем, конечно, очень это было мощно.
очень мощно. И я приехала, у меня была виза на 6 месяцев, у меня не было денег, у меня не было жилья, я не разговаривала на английском, и гитары на тот момент не было. Была я, 29 килограмм рюкзак, потому что я не знала, куда я еду, я брала с собой все, и я взяла все, все, что осталось на тот момент с моей прошлой жизни. 29 килограмм рюкзак. Человеческая жизнь. Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама залечила и раны. Я солдат. Солдат забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Мы раньше тусовали с панками в таком месте, условно называемый райончик. Это между двух магазинов на Геркарваде. Так вот, Аня зажигала там, пела под гитару свои песни. И как только я увидел ее, подумал, вот эта энергичная и яркая личность, она сразу было видно, что наполнена творчеством и готова выступить. У нас проводился уже тогда литературный салон «Фрактал». Аня там отлично выступила, перенесла атмосферу райончика в клубную территорию. Я начала разговаривать на английском языке. Я начала играть на гитаре. Я начала заниматься йогой. Я ходила на занятия сальсы. Я ходила на занятия по игре джамбею. Я ходила тут недавно на занятия вообще по пилону. Пардон. Алло. Оливье. Вау. В Индии познакомились, потом поехали в Россию, в России тусовались. 30 дней в Москва, там Питер около Москва, потом к нему во Францию поехали. Потом полетели в Португалию на бум-фестиваль, потом через Испанию на тачке вернулись в Париж. Но с русским паспортом надолго не улетишь никуда. Свобода, равенство и братство. Внутри большого государства свобода, равенство и братство. Среди большого государства невозможно, увы, невозможно. Невозможно, увы, невозможно. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fatalité. Liberté, égalité, fraternité. Ой, города, города. Дели, Манали, Катманду, Лиссабон, Париж. Проезжала в машине через Мадрид и Барселону, вписываясь там в каких-то испанских деревеньках, я не знаю даже их названия. Санкт-Петербург, Москва, Каны, я не знаю, Низ. Но еще очень-очень-очень много. Хочется побывать везде, увидеть все. Но ключей от квартиры, в общем, нет, поэтому какие-то вписки, да? Живу по впискам. Определенного места жительства нет, оно всегда меняется. Там, где я, там и мой дом сейчас. Я, гитара и рюкзак. И я готова жить.
где бы ни была, везде играла музыку. И во Франции, именно вот в Париже, эта вся тусовка музыкальная. В Каннах тоже, где вот эта красная ковровая дорожка, где все ходят сфотографироваться со звездами. Я просто вставала, клала чехол от гитары и играла, пела песенки на русском языке, на красных ковровых дорожках. Но именно то, что я был опыт играть на улице, это был мой опыт, я его приняла. И был момент там в Непале, сколько, 2 недели, 7 дней я каждый день играла на улице, чтобы там заплатить за жилье, получить визу, вернуться в Индию. Сейчас я уже мечу на хороший звук, на большие площадки. И музыка, она на протяжении всей жизни как бы была со мной, но здесь она полностью вообще раскрылась. Пришли вообще какие-то песни, не знаю, так это происходит, как будто подключение какое-то космическое к голове, ты слышишь музыку, и ты пишешь песни. И все само, ом-намо, все само. Это непрестанный экшен какой-то. Экшен. Ну, там Тарантино отдыхает там в сторонке. Там, это, ну, действительно. И причем все в какую-то такую глобально позитивную сторону. Человек, буквально который у нас на глазах где-то научился играть на гитаре, сейчас собирает прекрасные концерты с чудесными совершенно музыкантами. Вот. Искреннее уважение к такой персоне могу выразить. А ты кто? Я Мэранам Аннахы. Я Анна. Я музыкант. Вот такой статус. Я Анна музыкант. Я буду курить солнечный дым, столько разных цветов. Сбрусь в один безоблачный день жаркой поры. Я брызги на гребне игристой волны. Супер. Скажи, пожалуйста, можно твою фамилию? Аня? Анна Балакирева. Анна Балакирева. Все, спасибо большое.